Мы начинаем новый влог. Новый влог. Я, как вы, наверное, уже догадались, кто меня давно смотрит. А если вы меня смотрите впервые, то я вам говорю, я сейчас дома. Дом один или дом два. В общем, что-то у меня какое-то настроение такое на ха-ха. Смотрите, какой у меня тут цикламен. Прекрасный. Зараза, цветет, хоть бы хны ему, представляете? А смотрите, какая у меня здесь прекрасная Люба. Да. А мы уже сделали классные ноготочки. Любаша сейчас покажет наше искусство, наше творение. Да, сделала я, собственно, ручно. Сейчас покажу. Я прям в восторге. Вообще, эти ногти — это просто космос. Я не знаю, мы воплотили, как обычно, да, все наши совместные, да, да, идеи в эту красоту. Люба. Так, давай даже лампу покажу. Вот так вот поближе. Ну-ка. Вот. Нет, вот так вот. Короче, здесь баклажан. Такой слива. И молния. И, да, Люба называет это молния. Больше на молнию похоже просто. А я называю это мрамор. Не, в общем, тоже так. Чего-то на молнию. Чего-то такая резкость какая-то. Не резкость. Мне уже тоже пора делать коррекцию, конечно. А ну, а то ручку дай. Так вот. Вот. Просто бомбовские. Я на них не могу налюбоваться. И не знаю, я прям вот хочу себе тоже что-то такое сделать. Но ничего, скоро доберусь и до своих тоже. Сделаю коррекцию. Люба, просто бомба. Оно может быть так. О, приблизим, подожди. Я сейчас вот так вот, о, нет, так вот резкости нету. Надо же, а? Некрасиво. Вот на таком вот режиме хорошо. Ну, что? Да, были синие, теперь баклажанчик. Такое настроение темное, что хочется. Да, ну, под желтый твой костюмчик тоже неплохо подходит, мне нравится. И вообще, ты классно, гармонично очень вписалась с этой лампой, с моей. Здесь хорошо смотришься. Так, хотела вам показать свой арсенал на моем окне цветов. Цикламен, смотрите, да? Я удивлена просто, что он цветет круглый год у меня, без перерыва. Уже 3 листочка осталось, а цветов все равно очень много. Этот каланхой, вон тут 3 цветочка, и гвоздика, она уже как будто бы дерево у меня гвоздиковое, и ни одного цветочка. Что делать, знатоки? Внимание, знатоки, внимание на экран, рубить ей башку и сажать заново, или ждать, когда она все-таки пустит цветы? Как по-вашему, что нам сделать? Здесь уже скоро денежное дерево буду сажать. Отросточек еще один отвалился. Корни пустил. Вот. Новый день, мы катаемся по делам, вроде как бы выходной, но есть кое-какие дела, которые нужно сделать сегодня. На улице пасмурно, вообще спать хочется нереально, я уже 2 кружки кофе выпила. Зашли в кафе, по тортику скушали, заехали по делам, там у них перерыв был, нам нужно было подождать, поэтому мы там сделали легкий перекус по сладенькому. Торт такой вкусный был, правда жирный такой. Я сначала смотрю на такие кусочки маленькие, а потом кушаю, думаю, блин, он такой сытный, там ореховый с каким-то кремом маслянистым. Очень много миндаля, очень много фундука. Вообще прям сытный-сытный. Я бы даже там такие жирные торты пополам еще резала куски бы.
Ну, съела. Я думаю, это уже и обед будет в моем случае, и, может быть, даже ужин. Домой нам еще не скоро, у нас еще много дел. Вот, хотя уже 3 часа дня, так и 3 часа дня, суббота. Блин, небо вообще просто чернючее, на выходные стоит дождь. Вот, да, вот как выходной, так обязательно дождь. А у меня были интересные задумки на эти выходные. Ну, не знаю, может быть, еще все поменяется, может быть, мы все-таки сходим кое-куда на завтра. Но если нет, тогда придется на следующие выходные перенести это. Пока не буду рассказывать. В общем, похолодало. Вам видно, какое небо затянуло прям тучами? Мы заехали, я переодела курточку потеплее. И приехали на прогулочку. Посмотрите, какая красота. Просто место живописное. Здесь прям хочется так вот где-нибудь домик поставить и остаться с ночевкой. Тишина. Это станица Старочеркасская. В общем, такой вот мост через реку и канал. В общем, гуляем. Это старый собор. В этом соборе в каком-то году крестили казака Платова, наш донской казак. В общем, не знаю, он, по-моему, уже не действует. Просто как... Он не действующий, этот собор? Здесь очень-очень так все симпатично. Под старину, видите, домики, строения. Все в старом стиле, в старом казачьем. Очень интересно смотреть. Люди гуляют. Это вот центральная улица какая-то. Парки, набережные. А вот местные жители, смотрите. Ой, тихо, Люси, да? Видели? Здесь любят животных. И кошечки насыпали там тоже. Вы там вдалеке смотрите магнит. Это вот магнит. Вот фасад тоже сделан в стиле Старочеркасска. Тоже его закрасили. Thank you.
Очень доброе утро. Мой завтрак скрэмбл. Он же омлет с беконом. И вот такой у нас еще овощной гарнир. Так, ну что, погода шепчет просто. Короче, мы летим, мчим. Быть не успал. Все-таки мы едем отдыхать. Наконец-то. Неужели? Я еще не знаю, как там будет, что там будет. В общем, едем впервые. Левобережная 45. Это рядом с Султан Спа. У нас в Ростове, кто знает, да, Султан Спа есть. А это станция Левобережная, по-моему. Короче, туда можно и мужчинам, и женщинам одновременно. Султан Спа сделали же, что только для женщин. А в этом комплексе можно отдыхать совместно. Поэтому мы едем сегодня отдыхать. И как раз прям вообще повезло, удачно сегодня так совпало, что погода хорошая. На улице солнечно, 17 градусов, очень-очень тепло. Вообще, она думали, еще гадали, знаете ли, на следующие выходные пойти. В общем, ну, прям, короче, прям погода с утра такая пасмурная, было пасмурно, а потом такая вау, и солнышко. Ну и на следующие выходные, смотрю, погода дожди стоит. Что гадать? Едем, едем, едем. Подловили погодку, прям вот то, что надо. Посмотрите, как здесь красиво, уютно, шкафчики, все очень просторно, все новенькое. Посмотрите, открываем шкафчик, а здесь, посмотрите, какая красота, сумка, в которой полотенце, халатик, тапочки. Прямо зона джакузи, три вида джакузи с разными режимами работы. Наверху по лестнице зона отдыха. Справа кто-то. Бассейн. Удобно выходить через крайнюю третью дверь. Смотрите, какая прелесть. Просто сказка. Угу. Это зона ресторана, да? Это правильно? Здесь можно напиться. Нажать, выпить чай. А покушать в ресторане. Подварку. Травяная баня 40 градусов. А туда можно открывать?
Вау! Как красиво! О, здесь потеплее уже. Большая, уютненькая. 80 градусов. То есть туда со своими виниками можно, да? Виники у нас. А, у вас? Отлично. И хамам. О, это я очень люблю. У нас хороший. Вау! Как раз удобненько мне. Боже, какая красота! Какой красивый потолок. Здесь прям можно и отдыхать, и любоваться. Шикарно. О, прикольно. Так пахнет. Там вкусненько. С веником. Угу. Душевая. Душевые кабинки. В этой душевой есть бочонок с холодной водой перед вами. Угу. Вот она, эта соляная пещера. Солевые ванны. Можно, слушайте, очень большой соляный грот просто. Это гималайская соль. Смотрите, и сверху, и снизу. Вот везде. А на полу там не соль, нет? Нет, нет. Просто покрытие. Такое, да, покрытие нескользящее. Классно. Красота. Ух ты, действительно, самый большой. Я больше еще не встречала. О, вау, еще и здесь. Ой, извините, слушайте, ну вообще, прям, смотрите, действительно, прям соляная пещера. Класс. Так, ну что, я вам все показала. Вот здесь мы сегодня будем отдыхать. Место невероятно красивое. Так очень уютно, спокойно, компактно. Вам нравится? Вы водичку уже попробовали? Нет? Я иду пробовать водичку. Мне прям не терпится. Так. Вау! Вау, вау! Она реально теплая! Просто как я вот дома в ванну набираю такой же вот температуры, такой же вода в бассейне. Там маленькие детки купаются, родители. Если как бы, да, допускают это, значит, это действительно даже комфортно и безопасно даже для детей, для маленьких. Представляете? Чувствую, у меня будет еще космическая фотосессия здесь сейчас. Так, здесь еще, кстати, есть вот такой большой бассейн, посмотрите. Но он откроется летом, это летний. Он намного больше, вам видно? Он просто огромный, много лежаков. Вот, посмотрите. И вот тут вот, вот за этими лежачками зимний, который с подогревом.
купаться будем? Так, ну мы уже попарились, я искупалась, переместились в зону ресторана. Сейчас покажу вам, как тут красиво. Вот, смотрите, такой интересный стиль. Ждем заказ. Спасибо. Спасибо. А тебе тоже рыбку, да, ты заказал? Да, я тоже рыбку, все на мангале. Подожди, а у нас два сибаса получается? Нет, у тебя сибаса, у меня дорада. А, у тебя дорада. Ну, это, в принципе, мальчик и девочка. Да? Новый день. Некоторые цветочки мои уже пустили корни, смотрите. Я думаю, уже можно их пересаживать в горшки. Чем я сейчас, собственно, и занимаюсь. Вот так, немножко дренажа добавлю на дно. Совсем немножко. Потому что там есть и отверстие. Вы не видите, перфорация. Где будет у нас вода, как бы это стоять. И можно добавлять землю. У меня вот такой вот грунт. Готово. Делаем просто лунки и можно сажать. Все, готово. Но это еще не все, конечно. У меня еще осталось два стаканчика, которые не очень хорошо пустили корни. Я подожду, дам им чуть больше времени. И потом мы и их тоже посадим в землю. Вот они.